саженцы пионы это скрамдидлюмпс. Скрамдидлюмптиаус набирают популярность у садоводов благодаря неприхотливости и обильному продолжительному цветению. Продлевается оно за счет образования на стеблях боковых побегов с бутонами, которые раскрываются позже центральных. Общая продолжительность цветения сорта составляет более месяца. Для сорта характерны компактные размеры, высота 70 см, и прочные, неполегающие цветоносы. Цветки полумахровые, в поперечнике 16 см. Цвет нежный, розовато-белый, усиливающий яркость к кончикам шелковистых лепестков. Пион это скрамдидлюмпс – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, газонов. Пион прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола пион это скрамдидлюмпс можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания пиона прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает пион это скрамдидлюмпс в месяц май, июнь. Цветы имеют средний аромат. Интересные цветы пион могут быть до 15 см. Лист этого прекрасного растения по форме пальчато рассеченный. Обратите внимание, что пион это скрамдидлюмпс, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.